такой, зрители подсказывают. Владимир Максимов. Михаил, Советский Союз. Это, как говорит Шекспир, Мифи, поколение секонд-хенд. Песня, которую я хочу вам спеть, это песня из цикла «Московское метро». Когда-то Висбор сказал очень тоже давно, если у вас есть три песни на одну тему, это называется цикл. Он, правда, тоже у кого-то, он ссылался на кого-то, он не сам это придумал, но я уже не помню, на кого он ссылался. Значит, история такая. Все вы, наверное, я совершенно уверен, что каждый из вас был на станции метро Площадь Революции. И там есть такие скульптурные группы, они стоят в этих проходах на платформе. Ты спроси, кто из них эти щупалы делают? Вот, да. Они там разные. Наибольшей популярностью пользуются, по-моему, понятием две. Это курица и собака. Вот. Но с курицей проще, она у нее, по-моему, обычно просит денег. Вот как-то так. А с собакой сложнее. И вот это, значит, с каких-то пор они стали вот эти штуки, значит, какими-то общественными амулетами. И когда я это дело вот так наблюдал, то вот появилась песня под названием, значит, это песня «Бронзовой собаки», которая стоит на платформе станции «Площадь Революции». Поезда, 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 не спешат, торопятся люди, боятся они опоздать туда, где ждут и, наверное, любят. И мимо меня не пройти, здесь платформа такая узкая, и звучит неизменный мотив. Следующая станция – Курская. Вот подземелье, где сумрак разлит, и как лунной желтой лампой я встаю, и мой нос болит, и до крови натерта лапа. Я не помню, насколько давно и откуда взялось поверье, что нужно только потрогать мой нос, чтобы, осторожно, закрываются двери, чтобы все, что попросишь, былось, до мечты сокровенной самой, и подходят под стук колес в основном молодые самки. Вот блондинка непуганых лет, от нее старый муж уходит, но и пусть только нового нет, она гладит меня по морде. Вот девчушка милая юна, она просит помочь с ЕГЭ, ей вот друга, она влюблена, только он не оказался геем. Кто-то в шутку, а кто-то всерьез, рук мелькание перед глазами, это вдумчиво трет мой нос, но этот в одно касание. Но стихая шуршание ног, поезда больше не забывают, и на лапы пристроив нос, ненадолго я засыпаю. Мне бог подземных путей Анубис, я ему расскажу во сне обо всем, что меня коснулись. Он запишет папирусный лист в тех, кто судьбы свои доверил, и отныне спускаясь вниз, знайте, вам на выход открыты двери. И пока не накатится шум, прежде чем снова вспыхнут лампы, для себя об одном попрошу, чтоб не очень болела лампа.